надыбал окуня поклевый. Такое приятная мелочь. Как говорится, мелочь, да приятно. Всем привет! Сегодня 28 сентября. Решил немножко выйти на озеро Сенеж половить окушка. Начал вот с микроджига, головка 1 грамм, резина баллист, 2,5 дюйма, но она слишком длинная, ее берешь, отрываешь, она более-менее нормальна. Цвет кола. Универсальный цвет, который любит местный окунь. Опа, погнали. Первый заброс, и рыба уже есть. Не крупная, но все-таки приятно. Мелочь, как говорится, но приятно. Я уже успел немножко побросать, несколько окуней вытащил. Была поклевка, также довольно-таки серьезная. Заработал фрикцион и произошел срез приманки. Так что щука тоже иногда соблазняется на микро. Поклевка произошла, ну, под силой. Есть. Ну вообще, малыш. Он мамку ловит.
финка, вот сама все палочка очень такая отличная для микроджига. Передает поклевки, каждую травинку, зацеп, камешек. Просто изумительно. Это зацеп. К сожалению, на меди их уже не осталось. Вряд ли будут. Вот когда оторвал леску и кинул в воду. Вот я ее подцепил. Крупнее. Вздыбился. Ух, какой грозный. Так, ну видать, точку уже обловил. Пойдем искать, наверное, его дальше. Ох, какой злой окушок. Да, ребят, на финеску ловить этих окушков просто счастье. Удовольствие неописуемое. Каждая поклевка током в руку. Не зря вот график лидер, Олимпик придумали вот эту систему ОСС. Передает каждую поклевку просто в ногу, как некоторые выражаются. Thank you.
Такой вот мелкий писюнь. Было интересно только что, в поляриках видел, как он догоняет резинку, этот окушок. Я делаю паузу, даю ему немножко заживать подсечкой, он уже от меня никуда не делся. Не, палочка изумительная. Может быть, даже зря я ее выставил на продажу. Несмотря на то, что у нее довольно-таки для ультралайта довольно-таки большой запас мощности до 7 грамм, она спокойно анимирует 1-граммовую джиголовку и вот 1 грамм и плюс резина анимирует шикарно. Никаких проблем с забросом и анимацией у меня вообще не возникает. Красота. Даже такой вот окунек, прям сенсорика шикарно передает палочку в руку, просто великолепно. Впервые, когда я ловил, даже вот травинку воспринималась как поклевка. Но сейчас вот руку набил, уже отличаю травинку, камешек от поклевки. А так, просто говорю, сенсорика у нее просто сумасшедшая. Вот даже сейчас приманка слетела и появилось сопротивление. Так палочка это уже передала в руку. Thank you.
сожалению, камера была выключена. Ну вот, небольшая щучка соблазнилась. Вот руджей. Допустим, ее. Пошла. В принципе, на этой ноте и закончим. Всем пока, до новых встреч!